Былтыр біз Айри екеуміз екі рет кездескенбіз. Бір рет Алматыда сұхбат жазғанбыз, екінші рет бұл студияда. Давайте сол отрывокты көрейікші. Қалай ойлайсың, не болып жатыр, Шыныбек? Варианттар ма бұл? Варианттар, иә. Бойдақтар, біздің танымал. Не деген бақытты жан мұнан. Иә. Танымал. Варианттар. Варианттар көп, понимаешь? Бірақ, но и турар мен, и әмірей мен. Представляешь, Айри ешкімді таңдаған жоқ. Представляю. Мен сосын ойладым, мүмкін фоторобот жасау керек деп ойладым. Сосын мен сосын осындай образға мадам Диноға кіріп кеттім, да? И қазір біз үшеуміз әп-әдемі фоторобот жасаймыз, сосын сол жігітті Қазақстанда іздейміз. Айри, көзі қандай болу керек? Мен ойымша, осы варианттардан алсақ, менің маған ұнайтын әміренің көзі. Әміренің көзі. Әміренің көзі. Әміренің көзі, ол көз такой көк, по-моему, да? Жоқ, көк емес. Қоңыр ма? Тұнық десең. Сиро-буро-малиновый. Сиро-буро-малиновый емес. Ондай емес па? Әдемі сондай. Ал мұрны ше? Әміренің көзі? Мұрны садрадиндік болсын. Садрадиннің мұрны, да? Получается, садрадиннің мұрны самый красивый, получается, бізде? Садрадин, он лапочка, ой, милашка. Лапочка, милашка, жақсы. Щепотка, милашка. А ерні ше? Ой, ернен мен айта алмай. Так. Так, бізің. Жанағана Мирас ән айтып кетті. Может быть, Мирасын ба щепобам, он ерні әдемі екен. Мен көрмедім, бірақ. Шыныбек, сен байқадың ба? Я доверяю вашу. Еріне қарамадым. А мен қарадым. Мен жігіттерін еріне қарамайтын едім өзі. Молодец. В общем, давай сол ерінді Мирасын берем. Әміренің көзі, Садырдинның мұрны. Да, и Мирас Жүгінісовтың ерінді. Сізді құлақ нелер бар әлі, айтайын. Да. Сосын анау фигурасы ше? Вообще, основасы? Основасы... Давайте... Әлібековті. Бейбіт Әлібеков. Ол бойтақ қой? Бойы ұзы, денелі. Ол 40 жастағы бойтақ қой ол. В общем, Шыныбек, основа получается Бейбіт Әлібеков. Сен білесің қолын, да? Білесің. Бентли сатады, футболка сатады, дәрін сатады. Содан кейін ақшасы көп болшым оның. Нұрдаулеттің сияқты, машинесі, Мирас Жүгінісов сияқты да машинесі өте көп. Содан кейін Әмірен көзі, Садрадиннің мұрыны и Мирастың ерні. Мен қазір фоторобот жасап жатырмын. Ой, тәләмес екен, тәләм әләм. Алматырға. Көнәненемес әләм. Әдемі болса екен сені. Әміренің көзі, Садрадиннің мұрыны, Әлібектің денесі. Лед экранға шықсын фоторобот. Су! Получается, осындай жігітті іздейміз. Ой, бұл! По-моему. Мирасын алсы. Көз әміренікі. Да, көз әміренікі. Получается, ну, в принципе, наймасаған. Жарайды. Бола берсін енді. Енді анау фоторобутты давай распечатаем, Шыныбек. Сол фоторобутпен давай енді іздейік. Іздеу саламыз ба? Ну а если говорить серьезно, на самом деле, я думаю, что у Айри просто нет времени, да? Ты очень занята своей карьерой, своей работой, своими песнями, своей музыкой, да? Да, это абсолютно верно. У меня нет, к сожалению, сейчас времени на это, потому что большая ответственность. Я все-таки выпускаю песни и нахожусь на сцене. Какая-то хоть доля, но... имею честь воспитывать будущее поколение, поэтому на меня очень большой груз. Мне очень нравится, что каждая песня Айри, она с глубоким смыслом. Спасибо. Сол, смысл да вообще түсінесің ба? Да, да, да. Прямо оно текст ішіне кіріп, кішкене былай шығып сосын. Потерең, да? Потерең, да. Потерену. Потерену, да. Ойладым ба, ойладым ба, ойладым ба. Айри, какие планы на этот год? На этот год очень много планов. К сожалению, ну,
у меня не получилось дать в прошлом году концерт сольный, поэтому я надеюсь, что сейчас все силы и все-все-все пойдет на то, чтобы дать свой огромный, большой, классный вечер. В каком городе? Скорее всего, это будет Алматы. А мы что в Астане, так сказать? А это будут специальные гости. Ну, я надеюсь, что у меня будет и второй концерт в Астане. Я, в принципе, Алматы нам послать, на Астанага. Мне кажется, не нужно надеяться, нужно сразу делать. Да, вот я... Как Эйкон. Да. Алматы, Астана. Надеюсь, что этот год будет не менее, скажем, да, таким плодотворным. Очень хочу много дать концертов, прекрасных песен, настроения всему народу. Как ты обычно планируешь свой предстоящий год? Прописываешь планы? Там, в январе я должна сделать вот это, в феврале вот это. Дедлайн обязательно присутствует. У нас работает над этим команда, продюсеры, менеджеры. Все прописывается заранее. Мы обязательно должны поработать, скажем, январь до февраля. Ну, скажем, до половины января, две недельки, да. После этого у нас есть небольшой отдых, и с февраля начинается новый этап, новый, скажем, этот, да, новый рабочий год. Поэтому это всегда присутствует дедлайн, это обязательно. А расскажи нам, как твой сыночек? Какие у него планы на этот год? Вы до конца на русском общаетесь, да? Ты же казался сюлеверик сиди, срок хозяйшинда. Пожалуйста, срасэшинда. Я за-за. Я за-за. Я за-за. Мен ектілде сөйлеберем негізінде. Да-да-да. Сыночек хорошо. Сыночек отлично. У нас учеба идет сейчас. Тренировки. Сейчас мы начали ходить так же, как мама занимается боксом, поэтому он решил меня поддержать в этом, тоже начал заниматься боксом.